Всем привет! Сегодня были в магазине, в светофор заезжали и в Магнит. Так, что в светофоре купили упаковку гречки. Здесь раз, два, три, шесть пачек. Купили вот такие вафли с шоколадной начинкой. С начинкой шоколад. Не это первый раз увидели. Взяли попробовать 600 грамм. Так, фини, малина со сливками, пирожное. Такие кексы взяли. Для детского питания. Будь здоров, печенье. Так, здесь 430 грамм. Крекер с отрубями. Две пачки взяли. Так, кусок сыра российский, здесь 650 грамм. Взяли, хочу завтра пиццу делать. Так, взяли вот такое печенье Тимми. Давно продается, но ни разу не брали. Вот сегодня решили взять, попробовать. Мыло жидкое, лаванда. Так, здесь 1 литр. Так. Сок гранатовый. Еще кусок сыра. Так, увидели вот такой вот попкорн в бутылке. Готовить вот его надо. Чуть попозже попробуем сделать сладкий. Здесь даже рецепты написаны, как делать. Микроволновое печенье и на сковородке. Две бутылки взяли таких. Вот. Взяли вот такие палочки, трубочки для молока. 25 трубочек со вкусом шоколада, клубники, бубльгам и банан. 25 трубочек набор. Вот такой. Так, еще 2 бутылки сока. Сухарики с разными вкусами. Три литра молока. 3 пакета вот таких взяли. Ультрапастеризованное. Ну и приправы взяли. Так, для плова 2. И для курицы тоже 2. Так, это все, что взяли в магазине «Светофор». Сейчас разберу все. И покажу, что купили в магазине «Магнит».
Так, ну все. Так, убрала те продукты. Теперь магазин «Магнит». Взяли две упаковки шампиньонов. Завтра хочу делать пиццу. Буду делать из шампиньонов. Ветку бананов. Сметану 10%. Так. Хлеб бородинский. Упаковку одну. Хлеб бездрожжевой. Такой вот тоже берем часто. Вкусный хлеб. Вот что тут? Батон. Два пакета пол-литровых кефира. 2,5% жирности. И пол-литра сливок. Так. Еще были в красном-белом. Взяли в красном-белом минеральную воду «Пилигрим» газированную. Взяли две бутылки, одну уже выпили. Наггетсы взяли. Две пачки. И вот такой вот шоколад «Милка» большой. Сколько здесь? 300 грамм. Тут с чем он? Молочный шоколад. С шоколадной молочной начинками и печенье. Печенье как крекер, как будто тут нарисован. С крекером. Вот. Вот такие были у нас сегодня покупки. Ну все, всем пока-пока. У нас сегодня солнечно, хорошо на улице. Снег тает вовсю. Прям вот уже весна-весна. Скорее бы все уже растаяло. Не хочется так этой грязи, слякоти. Сейчас надо сходить в магазин. Вчера были в магазине, забыли купить яйца, кетчуп. Сейчас буду ставить тесто и буду делать беляши, стряпать беляши. Поставила тесто. Буду делать беляши. Так оно поднялось. Сейчас еще раз его обомну и пускай еще постоит, поднимется. Беляши буду делать жареные, ну и в духовке запеку. Хорошо поднялось тесто. Хорошие дрожжи. Дрожжи, кстати, брала вот в светофоре такие 100-граммовые. Хорошие дрожжи. Тесто хорошо поднимается на них. Ну вот, такие вот беляши у меня получились. Это жареные. Это запеченные в духовке. Готовила тесто по новому рецепту. Увидела в интернете. Думаю, ну-ка, как бы так все вкусненько, аппетитненько. Попробую, думаю, сделать. Ну, получилось ничего. Даже очень вкусненько. Ну, тесто осталось. Делают просто пустые такие вот, как маленькие пышечки такие, порционные. Сыну младшему очень даже понравились. Вот со сметанкой, со сгущенкой, с вареньем. Вообще очень даже вкусно. Раньше такую одну большую пышечку делали, а тут что-то осталось. И одна такая кругленькая заготовочка. Я пожарила, сын так съел, говорит: «Мам, ну-ка наделай мне, тесто осталось». Ну, вот делаю сейчас такие вот пышечки просто.
Здесь еще поставила варить. Картофельное пюре буду делать. Картошка варится. Сегодня у меня выходной. И вот весь день стирка, готовка, уборка. Вот такой выходной. Ну вот столько пышек у меня еще получилось. Хотела с оставшегося теста сделать, ну как, основу для пиццы. Но сыну очень понравилось. Понравились такие пышечки. Кстати, я даже попробовала. Вот лежит половинка. Тесто очень вкусное. Делала в этот раз, ну, в интернете нашла рецепт. И как-то даже очень вкусно. Единственное, что почему-то они у меня чуть-чуть вот как раскрылись. Жареные это вот вроде ничего. А в духовке запеченные они чуть-чуть раскрылись. Вот сейчас они остыли и как бы форму свою придали. Ну так прям мягенькие. Прям вот. А пышки вообще слов нет, получились. Раньше одной сплошной пышкой делали. А такие вот маленькие, порционные. Очень вкусно. Даже тесто само очень вкусно получилось. Вот сейчас с фарша, с оставшегося, буду делать котлетки. Хочу сделать в духовке с таким томатным подливом. Замочила вот тут батон в молоке. Он уж полежал, долго полежал. Сейчас его разомну, добавлю фарш и буду делать котлетки с картофельным пюре. Себя сегодня не показываю, как бы выходной, туда-сюда бегаешь, прыгаешь уже в магазин и постирать, и приготовить уже столько. Не знаю, сейчас вот еще все приготовлю, хочу сделать, попробовать. Вчера вот купили попкорн в бутылке-то в светофоре. Хотим попробовать сделать, ну, что получится. Вкусно, невкусно, взяли вот две бутылочки. Будем делать. Ну все, сейчас начну хлеб разминать. Размок давно лежит. Буду делать котлетки с подливом в духовке.